Селе Шаба группа преступников ворвалась на территорию сельсовета. Бандиты связали местного охранника, а после вскрыли банкомат, который находился внутри. Злоумышленникам удалось завладеть 65 тысячами гривен. Сейчас налетчиков ищут, ведется следствие. Я вышел на шум на улицу. Так несерьезный шум был, поэтому думал, детишки, чтобы окна не побили, вышел на улицу. Тут и приняли. Вскрыли заднюю часть банкомата и украли денежные средства, которые находились там. Про какую сумму идет речь? Это сумма 65 тысяч гривен.